Сегодня на берегу судоходного канала очень многолюдно. Здесь проходит традиционная акция «Оберегай». В ней принимают участие школьники и студенты, которым не безразлична чистота нашего города. Как много команд принимают участие в сегодняшней акции? Заявки было на сегодняшний день 270 человек, но сейчас подходят, еще регистрируются новые команды, и уже у нас 310 человек. А кто в основном является участниками? В основном это учащиеся школ, учащиеся СУЗов и ВУЗов. Сейчас акция проходит по всей России. Во всех регионах присутствия компании «Росгидро». Этот город окружает около 10 водоемов. И из любой точки нашего Балакова можно за 10-15 минут дойти до воды. Так давайте ценить это достояние. Мы сегодня с вами приведем в порядок берег судоходного канала. Берег канала, который проходит через центр города, где гуляют с удовольствием и взрослые, и дети. Чтобы получить наши сувениры, ребятам нужно будет собрать бытовой мусор, завязать мешок полностью, отдать его нашему волонтеру, который стоит на станции. За это он получит купон. Эти купоны можно будет обменять у нас на призы. Значки, магниты, ручки, блокноты, брелки и кружки. Все это ребята могут получить на купоны. Сегодня проводится экологическая акция, и вот мы решили добровольно поучаствовать в этой акции, помочь природе нашей быть чистой. А вы каждый год участвуете или только в этом? Нет, сегодня первый раз мы пришли и вот попробовали. Нашли большой знак «Берегите природу». Нам принесли стеклянную люстру, принесли пару туфель, принесли ведро, покрышку, принесли кроссовок. А также мальчик залез в воду и достал железный трос и принес нам его сюда. И это еще плюс одна странная находка. Ну вот мы решили, что это интересная находка, потому что мы пошли за мусором, но нашли гриб. Фантики, от сигарет очень много пачек. То есть можно сделать вывод, что у нас город курящий? Да. А сами вы за здоровый образ жизни? Да, мы же хореографы. Участник у нас сегодня, поздравляем, это Иван Подеров из средней школы номер 26. Самой необычной находкой, на наш взгляд, считается красивая люстра. Первое место в сегодняшней экологической акции «Оберегай» получает команда «Кадеты ГМТ». Аплодисменты! Давайте подведем итоги сегодняшней акции. Она у нас получилась в этом году уникальной по сразу нескольким параметрам. Во-первых, рекордное количество участников – 310 человек. И это несмотря на то, что мы ограничивали количество участников в каждой команде. По 10 человек, не больше. А во-вторых, впервые мы применили такой формат, как обмен мешков мусора на сувениры. Мы попробовали, и, по-моему, он удался. Теперь на берегу судоходного канала можно спокойно отдохнуть от городской суеты. Все это благодаря акции «Оберегай». Участники акции отметили, что в этом году мусора стало гораздо меньше. Наверное, это все потому, что жители нашего города заботятся о нашей природе.